Радуйтесь еще раз говорю, радуйтесь. Радуйтесь, повторяю, радуйтесь. Когда пастор вспомнил брата Яна? Kiedy pastor wspomniał o bracie Janie? Tylko wspominając jego lico. Tylko wspominając jego oblicze. I jego tą frazę, aleluja, amen. Jego to wyrażenie, aleluja, aleluja, amen. Już chce się radować, prawda? Już się chce radować, prawda? Mnie Господь także dał możliwość znać tego brata. Mi Pan też dał tą możliwość znać tego brata. Ja благодарна Богу. Jestem wdzięczna Bogu. Także mnie Господь дал znać was i сегодня być здесь на этом месте. Także Bóg dał mi tę możliwość, aby poznać was i być tutaj u was na tym miejscu. I когда брат Андрей предложил сказать свидетельство. I kiedy brat Andrzej zaproponował powiedzieć mi świadectwo. Думаю, Боже, Боже, что ж мне рассказать? Так мысли, Боже, Боже, что мне оповедать? Хочется очень много поделиться, а время ограничено. Хочется много чем поделиться, а jesteśmy ограничены часом. Я знаю, что у каждого из вас есть свидетельство. Я знаю, что у каждого из вас есть свидетельство. Когда Господь являл милость. Когда Бог оказывал милость. I błogosławiał was osobom błogosławieniem. Łaskę i błogosławił was szczególnym błogosławieństwem. Wy może macie общение друг с другом. Wy może więcej macie społeczności jeden z drugimi. Świadectwujcie. Świadczcie. I radujcie z drugim drugim. I radujcie się jeden z drugim. A Bóg jest spasienia naszego. O Bogu zbawienia naszego. Как сегодня уже пастор объявил, мы из Беларуси. Как уж пастор поведал, мы из Беларуси. Живем недалеко от города Пинска. Мешкаем недалеко от места Пинск. Это Полесье. То есть в Полесье. И вообще на Полесье веселые люди. Огульне на Полесье са веселые люди. И если им проповедовать Бога, который есть такой... Невеселый. Jeżeli im głosić Boga, który nie jest wesoły, они не будут слушать. Oni nie będą słuchać. Потому что трудностей в жизни у каждого хватает. Dlatego, że trudności w życiu u każdego wystarczy. Но Господь открылся нам. Ale Bóg objawił się nam. Тогда, когда, ну и дал эту радость тогда, когда мы умерли для греха. I dał tą radość kiedy, wtedy, kiedy my umarliśmy dla grzechu. Сегодня мой муж читал послание Галатам. I dzisiaj mój mąż czytał list do Galacjan. Ja очень люблю это послание. Lubię bardzo ten list. I хочу немножечко сказать сегодня, что когда я тоже была плотским человеком. И хотел бы сегодня даже чуть-чуть поговорить, что когда-то тоже была телесным человеком. И у меня было много печали. Мяла много смутков. Много плакала. Много плакала. Мне казалось, что никому так не тяжело, как мне. И мне еще выдавало, что никому не так трудно, как для меня. Так тяжко. Но никто никогда не думал, что эта печаль внутри меня. Ale nikt nigdy nie myślał, że ten smutek, który jest wewnątrz mnie. Потому что умела умела одевать эту маску. Dlatego, że umiałam nakładać tą maskę. Чтобы не показываться перед людьми печальной. Aby nie pokazywać się wśród ludzi jako smutna. Но Бог знал мое сердце. Ale Bóg znał moje serce. И когда он поменял меня. Kiedy on zmienił mnie. То уже мне не надо больше одевать эту маску. То уж не нужно накладывать эти маски. Потому что это радость внутри. Для того, что есть та радость вовнутрь. И уже бывает наоборот. И уж бывает обратно. Когда надо принимать серьезный вид. Когда нужно делать поважную мину. Потому что улыбку могут неправильно понять. Для того, что могут просто усмехнуть часами невостибе зрозуметь. Вот. Но слава Богу, что здесь в служении не надо одевать маски. Але хвала Богу, что тут на сгромадзене не треба накладывать маски.
swoje время нас с мужем Господь призвал к служению. В свой час нас с мужем повел Бог до службы. Это очень непростое служение. Это не ладка. Это служение молитвы, поста и молитвы за людей, которые не свободны. То есть служба посту и молитвы за людей невольных, связанных якось. И когда они приходили к Богу, приходили в церковь, kiedy oni przychodzili do Boga, do kościołu. I какое-то время им все удавалось. I przez jakiś czas im się wszystko udawało. Но с годами они открывали для себя, что нет роста духовного. Ale po upływie jakichś lat oni zauważali, że nie mają duchowego wzrostu. I nie mogli понять причину. Nie mogli zrozumieć przyczyny. Оказалось, что это идет еще из прошлого, из греховного прошлого, такая оккульт, ну, где они занимались оккультизмом. И оказалось, что это связалось с их прошлостью, где, когда они еще еще, например, занимались оккультизмом. И они не получили полной свободы. И они не отримали полной вольности. Они принесли это все с собой. Они принесли это все с собой. Хотя казалось, что они покаялись искренне. И хотя бы выдавало бы себе, что они покутовали шеже. Потому что были достаточно измучены врагом. Из-за того, что уже были достаточно измучены через врага. Но это не уходило. Але то не отходило. Часто это выражалось депрессией. Часто то, что вообще выражало бы через депрессию. И Господь призвал нас в это служение. И Христос jakby dał nam właśnie tą służbę. Modlić się, żeby ci ludzie получали istinną wewnętrzną radość i swobodę. Modlić się, aby ci ludzie otrzymywali prawdziwą, szczerą radość i wolność. Niedawno mnie przyszłoś leżeć w bolnicy. Nie tak dawno przyszło mi się leżeć w szpitalu. Ja przeżyła taki gorki opyt. Przeżyłam takie gorzkie doświadczenie. Ja leżałam z jedną niewierzącą żeńszyną. Leżałam z jedną niewierzącą kobietą. I ona była очень больна. I ona była bardzo chora. Ja nie tak, nie do takiej stopni boleła. A ja nie aż do takiego stopnia chorowałam. Ja mogła i miała możliwość za nią ухаживać. Miała możliwość, aby patrzeć się za nią tam. И при этом свидетельствовать ей об Иисусе. И при этом свидетельствовать ей о Иисусе. И мы за три дня мы очень подружились. И через три дня мы очень се приезжились. И на четвертый день она сказала, я хочу ходить в ту церковь, куда ходишь ты. И четвертого дня она сказала, что хочет ходить до того костела, где ты ходишь. Хотя до этого считала себя верующим человеком. Сейчас бы до того часа она уважала себя как верующего человека. Я говорю, меняет не церковь, меняет Христос. А я говорю, что не изменяет костю, а изменяет Христос. Встреча со Христом. Споткание с Христосом. И мы молились с ней. И мы еще молились с ней. И я видела в ней перемены. И я видела в ней перемены. Но через несколько дней пришли сестры меня проведать. Ale po upływie kilku dni przyszły do mnie siostry, aby mnie odwiedzić. Nie pieczalne to wspominać. Smutno mi jest to wspominać. Oni przyszli w palatu ku mnie. Oni przyszli do mnie do sali. I ta женщина получила большое разочарование. I ta niewiasta, ta kobieta otrzymała wielkie rozczarowanie. Слушая их разговоры, слушая их розмов, их рассуждения, их разважания, она сказала, я не хочу быть такими, такой, как эти верующие. И она сказала, я не хочу быть такой, как те верующие. Вроде люди пришли, чтобы меня как-то утешить и поддержать. Выдавалось бы, что люди пришли, чтобы меня как-то поддержать, поддержать. Принеси мне покушать. Przynieśli mi coś zjeść. Z
Z ich strony to казалось бы жертва. Z ich strony to wydawało się jako jakaś ofiara. Но я долгое время сожалела о их приходе. Ale ja przez dłuższy czas jakby przeżywałem tak, że oni przyszły. Я не могу рассказать, ну, все темы разговора. Я пыталась как-то их остановить. Nie mogę opowiedzieć jakby o całym tematyce ich rozmów. Ja starałem się ich jakoś zatrzymać. Но смысл в том, что они не обращая внимания, что рядом лежит человек повернутый спиной к ним. Ale nie zwracając jakby uwagi na to, że obok leży człowiek odwrócony plecami do nich. Jakby nie słyszący. Jakby nie słyszący. Они начали говорить плохие вещи на служителей. Oni zaczęli mówić złe rzeczy o usługujących, braciach. Они начали учить меня жизни. Zaczęli mnie jakby uczyć życia. Как нужно вылечиться какими-то грибами. Jak można się wyleczyć jakimiś grzybami. Вот. В то время как я эта женщина свидетельствовала о том, что только Господь может поднять нас из этой болезни. Kiedy ja świadczyłam tej kobiecie, że tylko Bóg może podnieść nas z tej choroby. Это очень такое печальное, грустное свидетельство. To jest takie smutne bardzo świadectwo. Но это то, что мне положил сегодня Господь сказать здесь. Ale to jest to, co Bóg położył mi na serce, aby powiedzieć tutaj dzisiaj. Когда она повернулась лицом и сказала этим сестрам, kiedy ona się odwróciła obliczem i powiedziała do tych sióstr, и говорит, вы не правы, że nie macie racji, послушайте ее, posłuchajcie jej, она вам расскажет о живом Господе, ona wam opowie o żywym Bogu. Знаете, это ее была боль души. Wiecie, to jej był ból duszy. Она была не согласна с их разговором. Она еще не сгодзала с их разговорами. Они вошли с ней в спор и видя, что она их слышит. И они начали как бы спрячать и видя то, что она их слышит. Начали ее каять. Начали ее как бы навратать. Но Христос это не крем, который можно втирать в спину. Але Христос то не есть krem, który można wcierać w plecy. Chrystus to личность, która chce, żeby k niemu przyszli. Chrystus to jest osoba, która chce, aby do niej przyjść. I on chce mieć общение z narodem swoim. I on chce mieć społeczność ze swoim narodem. Nie tak prosto mówić o Господе. Nie tak łatwo jest mówić o Panu. Jeśli ty jego nie znasz. Jeśli ty jego nie znasz. Вчера я имела встречу также с одной сестрой. Вчера тоже я имела такое спутание с одной сестрой. И она пришла такая грустная. Она пришла такая смутная. И Господь говорит, укажи ей на проблему. И Пан говорит, покажи ей на проблемы, проблем. Которая заключается в том, что не умерло ее плотское я. Которая есть в том, что не умерло в ней телесное я. И Господь мне сказал, прочитай ей место Писания Галатам. И Бог мне поведал, прочитай для ней место, фрагмент из Библии, листу Галатам. 5 глава, 19 стих. 5 розділ, 19 верси. Мой муж читал немножко ниже о плоде Духа. Мой муж читал трешечко ниже о овоцах Духа. А я прочитаю о делах плоти. А я прочитал о учинках тела. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. До 21-го. Galacjan 5:19-21. Jawne są uczynki ciała, mianowicie czyteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwo Bożego nie odziedziczą. I 24 stik. I 24 werset? Od 24 do 26. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I 8 werset 6 rozdziału. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządzić będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha rządzić będzie żywot wieczny. 9. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać z nią na ten temat, nie przyszło pokajanie. Do niej przyszła pokuta. Она сказала, что это истинная причина, по которой не имею радости. И она сказала, что так, это именно та причина, для которой как бы не имею радости. И уже много-много лет в церкви. И уже я много-много лет в соборе, в костеле. Но она покаялась. Она еще его покутовала. И когда мы молились с ней. И когда еще молились с ней. Это было особое переживание. To było takie szczególne przeżycie. Chrystus przyszedł i stał rядом. Chrystus przyszedł i stał obok. I ona modlica podniosła ręce. I ona się modli, podniósł ręce. Господи, прости, Господи, прости. Panie, przebacz, Panie, przebacz. Господи, расскажи ей, что я уже ее простил. A Pan mówi, powiedz jej, że ja już ją przebaczyłem. Jej przebaczyłem. Ja stanowiłam modlitwę, mówię, że Chrystus sobie prosił, że skaże, ja przyjmuję Gospod Twoje prosienie. I przerwałam modlitwę i mówię, Pan mówi, że ja już się przebaczyłem i Ty powiedz, ja przyjmuję Twoje przebaczenie. Przyjmuję Twoje zbawienie. Przyjmuję Twoje wybawienie. I ona zaczęła modlić się z i ona zaczęła się modlić z uniesionymi rękoma. Но моя молитва была такая далекая. Але ее молитва была такая далека. Я говорю, а где ты представляешь Бога? А потом еще, а где ты себе воображаешь, где есть Бог? Возле престола Отца. В обесности Отца. Я говорю, он здесь. А я говорю, он есть тут. И оказалось, что молиться ко Христу и говорить ко Христу, когда Он здесь, стало труднее. И оказалось, что молиться и говорить до Христуса, зная, что Он есть тут, сделалось тяжелее. Братья и сестры. Братья и сестры. Там, где двое или трое. Там, где два или трое. Во имя Его. Со сгромозданы в имени Его. Он посреди нас. Он есть посредку нас. И он ходит посреди семи золотых светильников. Он ходит помежду семью свечниками. Он ходит среди тех, кто горит. Ходит обок тех, кто уже пламел. И зажигает тех, кто еще только обращается к нему. И запалает тех, кто уже только еще возвращается до него. Если в то время, когда мы читали эти дела плоти. В тот час, когда мы читали учинки тела. И вы увидели, что что-то у вас еще не умерло. И же не забочили, что что-то у вас не умерло. То знаете, что это не просто грех. То знаете, что это не просто грех. Это обозначает, что вы еще плотские. Но это означает, что вы еще есть телесными. Если есть что-то одно, к примеру, зависть. Если имеете что-то, например, зазрость. Или вы имеете характер, который описан вражда, распри. Albo jeżeli macie charakter, który jest opisany, że wrogość, jakieś kłótnie, czy nieprzebaczenie. Znacie, że wasz charakter jeszcze nie was rozdział. Wiecie, że wasz charakter jeszcze nie jest jakby na nowo zrodzony. I można przyjść do Chrystusa z pokajaniem.
и треба прийти до Христуса з покутою. Осознать, признать то, что я еще плотской. Зрозуміть і виповідати, бо признати ще до того, що я ще є тілесним. Тоді не нужно буде одягати маску радості. Тоді не боїться накладати маски радості. А от общения с Христом родится этот плод. От спорчности с Иисусом родится этот овод. И любовь, радость, мир. И милость, радость, покой. И все остальные качества это как как описание какого-то одного плода. И все остальные цехи, то есть как бы описание одного овоца. Яблоко круглое, сочное, красное, ароматное. Ну, яблоко округлое, сочистое, червоное, а запах, так, ма запах какой-то. Это есть плод духа. То есть плод, то есть овоз духа. И я хочу сказать, что второй этап, ну, первое, что нужно сделать в таком случае, это значит осознание того, что вы нуждаетесь в Боге. Перше, що є потрібне в тим, то є зрозуміння того, що маємо потребу в Богу. Второе – це покаяння. Друге – це спокута. Третє – це потрібно, що потрібно зробити, це протистояти. Третє, що треба учинити, то є протиставитися. Вірніше, це четверте. То є четверте. Ну, між цим стоїть отречення, третій пункт. Третім пунктом, як третій пункт, między tymi dwoma stoi odrzucenie jakby tego i wyrzeczenie się. Господь предлагает этот путь. I Bóg proponuje tę drogę. Для тех, кто ещё понимает. Dla tych, którzy jeszcze rozumieją, что не разрушено какое-то проклятие в их жизни. Że nie jest rozwalone jakieś przekleństwo w ich życiu. Что-то преследует. Coś prześladuje. Nie zostawili jakiegoś grzechu. Nie zostawili jakiegoś grzechu. Nie przyszła перемена. Nie przyszła przemiana. Да благословит вас Святой Господь. Nie błogosławi was wszystkich Pan. Потому что в это последнее время. Dlatego, że w te ostateczne czasy. Бог поднимает таких служителей, которые служат в этом служении. Бог подносит таких слуг, которые служат ваши в такой службе. Принимайте это служение. Przyjmujcie takie, taką służbę. Вы увидите, насколько это для вас необходимо. Вы zobaczycie, на ile to jest dla вас takie obowiązkowe. Мы не можем вполне знать, что происходило и что происходило до того, как мы появились. Мы не можем wiedzieć, jak co się wydarzało przed tym, jak my się pojawiliśmy. Я хочу говорить это только потому, что Господь сказал. Хочу это говорить только для того, что Бог поведел. Один только пример. Один только пример. К примеру, мне там были наши родные гонителями еврейского народа. Не знаем, например, что были... Антисемитизм. No, czy, ale nasi rodzice? Tak, nasi. Czy nasi przodkowie byli antysemityzmami? No, czy prześladowali Żydów, tak? No, Biblia mówi, że błogosławiających Ciebie ja błogosławię. Ale Biblia mówi, że błogosławiących Tobie ja błogosławię. A proklinających Ciebie, co ja zrobię? A przeklinających Tobie, co ja uczynię? Ja proklinam. Tak? Ja też przeklinam, tak? И мы иногда боремся со следствием этого проклятия в нашей жизни. И мы часами борчим с наследством, как бы консеквенцией этого проклятия в нашем жизни. Не понимая, за что нас постигает та или иная трудность. Не разумеем, за что нас спотыкает та или иная какая-то трудность. И сегодня Господь говорит. И сегодня Бог говорит. Молитесь о том, чтобы было открыто. Módlcie się o to, aby było otwarte. Że my w duchowej wojnie. Że my jesteśmy w duchowej wojnie. I my jest wojna Chrystusa. I my jesteśmy armią Pana. I
Господь говорит, облекитесь во все оружие Божие, Ефесянам. Бог говорит до Ефесян 6 раздел, преоблечься в целую зброю. Это не значит, что я вас могу одеть в эти одежды. Это не значит, что я могу вас приодеть в те одежды. Или пастор. Або пастор. Или кто-то другой. Або кто-то иной. Это вы должны сделать. То вы должны учинить. Сестры вы или братья. Сестры или братья. В небе не будет такого разделения. В небе не будет такого подела. Душа живая. Душа жива. Она будет жива. Она будет жива. И Слово Божье, оно не делит нас, что братья должны больше знать Слово, а сестры меньше. И Слово Божье не делит нас так, что братья должны больше знать Слово Божьего, а сестры меньше. Мы одинаково ведем духовную битву. Мы так само одинаково проводим духовную войну. И мы ответственны за наших детей. И мы jesteśmy odpowiedzialni за своих детей. Которых Господь нам дал. Которых Бог нам дал. За то наследие, которое будет после нас. За тех потомков, которые будут по нас. И порой нам, живущим в это время, нужно отстоять эту свободу. И часами нам, живущих сейчас, нужно как бы вывалчить эту вольность. Для того, чтобы наши дети были благословлены до тысячи родов. Аби наши дети были благословлены до тысячного поколения. Ведите эту войну. Проводите эту войну. До самой победы. До звичайства. Чтобы победить плотское я. Аби звичайжить челесное я. Чтобы не быть подобны тем сестрам. Аби не быть подобны до тих сестр. Которые много жертвуют. Которые вело оферуют. Посещают больных. Отвязают хорых. Но не имеют встречи с Господом. Але не мают споткания с Паном. И сами глубоко в себе они несчастны. И сами глубоко в себе они сон несчастливыми. Потому что неся какое-то огорчение или обиду. Потому что несут непрощение в сердце. Человек не может быть вполне счастливым и радостным. Человек не может быть вполне счастливым и радостным. Первый принцип – это простить. Первая засада – это прощать. И тогда будет проще на нам. И тогда будет прощено для нас. И будем иметь радость в Духе Святом. И будем иметь радость в Духе Святом. Аминь.